Форум открылся в воскресенье шествием уличных артистов. Они подготовили для сочинцев и гостей курорта уникальную программу «Уличный театр городу». Продолжился форум на сцене Зимнего театра. Там руководители органов культуры и театров из регионов, входящих в Южный федеральный округ, обсуждали проект нового закона о культуре и стратегию развития театрального дела до 2030 года. Также в рамках форума работают мастерские актеров драматических музыкальных театров и актеров театров кукол. Проходят семинары по сценической речи, движению, танцу. Сегодня, например, мастер-класс по актерскому мастерству провел Сергей Федотов, заслуженный артист России, художественный руководитель Пермского театра «У моста». Его тренинг – это практическое воплощение системы Михаила Чехова. Метод направлен на развитие психофизики актера, его способности работать с внутренней энергией. Не все имеют возможность приехать в Москву, поэтому здесь вот у нас три группы. 30 человек. Это тесты на излучение энергии. Потому что Станиславский говорил, что актер должен излучать лучи спускания. Михаил Чехов тоже говорил, актер должен владеть энергетикой, он должен ее уметь отправить в зал. Вот. А этому в институтах не учат. Южный театральный форум в Сочи будет проходить до 14 марта. Это первые серии форумов, которые Союз театральных деятелей России проведет во всех федеральных округах России в год театра.